аспект. Давай вернемся к красному косплею, с которого мы начали. И вот это вот театральщина, использование символов предыдущей эпохи не имеет ничего общего друг с другом. Допустим, мы это понимаем, но символы-то уже несут на себе отпечаток действий буржуазии. Не оказываемся ли мы в ситуации, когда формальная сторона нашего движения, эстетика нашего движения, которая вдруг внезапно вытащена из чуланов и повсюду используется для того, чтобы поддерживать повестку правящего класса, они уже приватизированы, украдены и используются против нас. Ну, поэтому не надо держаться за эти символы. Не надо держаться за старые символы вообще, в принципе. Даже за красный флаг? Даже за красный флаг, даже за СССР. То есть, если ты сторонник какой-либо идеологии, чтобы быть сознательным сторонником, надо знать, а в чем она заключается. Если они с этими идеями не знакомы, то, боюсь, и не спешат с ними знакомиться, так дурачить их можно при помощи любого цвета, любого флага. И для буржуазии она в этом смысле не будет переживать, что какой-то не тот цвет и какой-то не тот флаг.